обязаны взять нас с собой. Это исключено. Как? Ну никто лучше нас не сможет описать ваши приключения. Это же будет величайшая книга о первом полете человека в космос. Да, вы даже название придумали. Ну, пожалуйста. Что скажете, друзья? Коллеги, я думаю, что они правы. Ведь мы не знаем, сможем мы вернуться обратно. И вообще, что с нами будет и что от нас останется. А рукописи, как известно, не горят. Пусть летят вместе веселее. Ну, я как все. Ну хорошо, мы возьмем вас с собой. Только чтоб не звука. Хорошо, мы будем как мышки. Спасибо. Прошу всех приготовиться к полету и заключиться в специальные футляры с жидкостью. А? Он не был велик? Краткое время взрывания. Понятно. А как же мы сможем дышать? А для дыхания используйте дыхательные трубки. А для переговоров слуховые. Замечательно. Да. Каждый погрузился в предназначенный ему футляр с жидкостью. Ну что, господа, все ли готово? Не начать ли по... Специальный прибор. В течение первых нескольких минут на нем будет сосредоточено управление нашим снарядом. Итак, начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Раздается крик, который сейчас же перешел в довольно однообразный, оглушительный бой! Свет электричества проникал через своеобразные окна, чем-то похожих гробов, в которых покоились наши друзья! Но покойники чувствовали себя довольно весело и преспокойно смотрели по сторонам. 10 секунд, полет нормальный. Друзья мои, относительно тяжесть 10 раз больше земной. Но многие теперь есть доктора Тонны, чувствуете ли вы это? Приятные воды, приятные! Приятные купания! Полный покой! Абсолютно освободный! Блин, что это такое?